нас 90 человек нас смотрит, а вес какой-то. Блин, вы знаете, месяц назад было 47, сейчас, сейчас 45, сейчас наверное. 45, да. Она вообще мало весит. То есть, ну... Я очень худая, мне сегодня Олечка Орлова говорит: «Аня, ты такая худышка, прям очень сильно». Кушайте, ну, потом... где? До 3 часа ночи какой готовить, вы что, люди? И не обижайте, пожалуйста, Аню, ладно? Разница в возрасте до хрена узнает, я не знаю, сколько ей лет, ну. Маша на дрэ, потому что я обиделась на Машу. Спасибо. Откормлю 100%. Сейчас, когда наладится обмен веществ, и, ну, жизнь у нее наладится с моим приходом проникновенно. Мама. Такого пусть завидует мне. Ты такая Маша маленькая, ну да, я маленькая какая-то. А кто мне из ребят сказал, что я очень мелкая какая-то? Мелкая. Привет, Германия, привет, ребята. Они, кто такой Антон? Ну, он был, приходил с этим. Ты меня отключил, почему мне так холодно? У меня сейчас... Я отключил. Заболею. Да там второй кондиционер, там точно, бля. А где? Вон в центре. Давай скажем, чтобы нам отключили. Я его отключу сам, вон пульт лежит. Ты не отключил его, ты сказал, что ты отключил. Так я не видел второй ход. Так я тебе говорю, оно гудит, и у меня мокрая голова, и уже окалела. Мал золотник, да дорог. Это про тебя, наверное. Все, я выключил. Он работает. Да. А где все я? Да хрен их знает. Блин, ты такая худышка. Тебе нравится. Тебе нравится обволна пицца? Обволна, это что такое? Это жирная девушка. Да, мне сейчас с мадами берем немножко, чуть нужно. Да, надо, кстати. Иди сделай, пока чай, ладно? Вон стоит кружка. Там мед на столе стоит. У нас нет имбиря. И найдем. Мед есть, главное. А где он? Там лежит. Вы понимаете, я новенькая участница. И я не знаю, что где лежит. Я, конечно, Юля, изменяешь. Гокер, нет. Невозможно изменить тому, с кем не был. Поэтому... Убери уже Алену от Семина. Слушайте, ну, блин, смотрите, какая худышка. Просто. Ну, видите? Ну, я ее откормлю. Нет, не хочу быть толстой. Аня Захарьяшу написывает. Ты написываешь Захарьяшу? Что, больные? Вообще ебанулись по всей башке. Вы ебанутые? Скажите мне, пожалуйста. Нельзя вы... матом. Можно. Я блогер. Когда хуйню такую пишут, то я буду материться, потому что это ебанутые. Люди такое пишут, потом слухи так и рождаются. От... Да от не, Захарьяш. Чересчур худенько. Про вес говорил, худые не нравятся. Сам занят, знаете, я откормлю ее. Заикаться можно, влюбиться в человека. Конечно, подходит тебе. Они ебанутые, поддержу. Ну, пускай разговаривает, слушайте. У меня новенькая участница лежит одна. Потом увидите ее. Тахабалка, не говорил. Семина. Очень грубая. Да не грубая она. На ошейнике она. Нет. Милана, ты как... Да. Блин, почти 100 человек у меня. О чем не спится, ребят? Ты похож на Марка Бартона. Я похож на Марка Барнесса. Лёша откормит, если что. Конечно, ты похож. Так, Милана тут. Ромаш там еще.
Не намотался на новеньких. Нет, от Саймона заразился. Да, короче, походу. Саймоном мы... Ну, мы лечимся у нас тут, ну... Уже видели, вы уже видели, они позови сюда. Они мне делают чай. А в Аризоне у нас день. Ой, привет, Америка, привет, Аризона. А в тюрьме сегодня ужин, короны. Так, со нас нет, ребят, да. Почему Наталью кричишь и прерываешь ее прямой эфир? Ребят, понимаете, что на Наташу я вынужденно сказал, потому что, ну, у нас мы не имеем права какую-то информацию разглашать там. Нам был запрещенный контент для публикации. Никого я не буду проверять, кто кому пишет, пусть, ну, что, ну, я не такой человек. Вот, классно, люблю Брянскую. Привет из Лондона. Лондон, привет, Крумина. Хотел визу к вам сделать, тоже полететь. У нас с Берлина сейчас уже, к сожалению, нельзя к вам ехать без визы. А мы в баньке были сейчас, Саня. Ходили париться, хоть отношения займемся, а то фигню страдаешь, конечно. Ты с самыми лучшими. Вы с Юлей поссорились, я с ней нет. Аня хорошая девочка. Когда в Берлин приедете вместе? Ань, полетим в Берлин с тобой вместе, вот спрашиваю. Да, А, ты полетим. будешь вот мед и лимон и Да, чай? ой, буду ставить солнце. Смотрите, какая она у меня хозяйственная. Да, видите, лимончик с медом. Да, солнце тут просто бомба. Самое лучшее. Да. Вот. Не включай, не надо. У нас душно. Не, боже, Вон не, тот, вон тот тогда включи, вон тот так на не вон стене. тот включай, Да, включай моя кровать, которая. а, так он... Короче, ладно, я у себя выключил, да? Так, Анечка, Анечка, ну, да тебя минуточку. тут так насыпают. Куда нельзя ехать? В Лондон. Включи там, Без, подожди. раньше без визы Блин, тут можно было. так, Иркутск голова при... прям мокрая. А слышал про Ого, визу. так я заболею. Да. Тогда пошли отсюда. Пошли ко мне. Пойдем. У меня свет там выключен. А, да? Да. Пойду тоже чай сделаю. Да, пойдем на кухню. На диванчик. О. Вот, Анечка, смотрите, какая красотка. Маленькая только, правда. Леша, выздоравливайте. Ну, отлично все. Так, Жуликов студия. Жуликов. Ты взяла микрофон? Давай здесь. Ешь. Ешь и пей. Иди, солнышко, садись. Опа. По Германии выезжаю, че? А сами типа большой. Сами типа большой. Хорошо. Часто. Вот, Катя, тебе надо с Сэмом познакомить, ну. Чтоб ты хуйней всякой не занималась в Берлине. Надеюсь, с годами только хорошеет. Он О, как коньяк, ну знаете? как коня. Алексей, как же щетки в стаканчике? Конечно, все будет. Какие щетки? Ермакову, Лазарю. Хама, счастья вам, Саня, вы классные. Спасибо, Адеев. Ты лучший, благодарю вас. Приветик, Алексей, привет. Как Надюха? На, держи. С Лазарем, он вообще какой-то странный тип. Молчали. Мы его сегодня вообще не видели, понимаете? Его не было. И когда ему задали вопрос, он говорит, да что вы меня спрашиваете? Меня сегодня совершенно не было в периметре. Ну, Сережа, мне нравится этот парень, если честно. Я буду его поддерживать. Да? Да, буду Мы заступаться. Он нужен здесь. как будто не... Да, он, видишь, Саймон тоже говорит. Не-не-не-не-не-не-не. Мы видим перспективу, да, Саймон у него? Да, я пришла на проект. Тебя утонула ложка?
Да. Ну, прикольно, спасибо. Леша уплетает. При всей его непутевости он такой добрый, добряк. Я тебе не подхожу, сказали. Не подходишь? Кто пишет? Да. Подожди-ка. Ты мне как бы лучше. Анечка, добряшка, меня очень. Понял. Спасибо. Вы прикольная пара. А как же твоя она собака? Она тебе не подходит. Волосы у семьи, это ужасно. Да, сними. Но она просто мокрая. Сейчас она высохнет, я выровняю волосы, будет красиво. А наша бы... Не, ну понятно, ты же свечку, наверное, держала. А чтобы это что, как переводится? Ну, типа шлюха, блядь, наверное, не знаю. Ну, это типа домовская такая тема. Сэм, да, это шлюха, блядь? Ну, конечно, да, вам же виднее. Ромашин не ругай. Нет, ребят, мы сегодня их помирили. Я вообще утром был с, это, как его, с, ну, связующим звеном. Да, таким связующим, что, что пипец, что у нас полетела чашка в двоих. Ну, вдребезги, да, эфир. Она говорит, ну, ну да будет. Не хочу я тоник, ребят. Ну, я буду темнеть делать волосы, потому что, ну, белый сильно портит. Неухоженный. Кать, ну завязывай, ну, ухоженная. Да, да. Только мы из бани пришли. Ну. Да мне вообще плевать. Раньше думал, что Брянская тупая и пустая, но сейчас кажется весьма забавной и милой. Естественно, она рядом со мной, она будет прогрессировать, развиваться. Я буду стараться, что она будет поражать вас своим. Ты не блядь. О, Господи, спасибо большое. Это... Чисто брян. Ну все хорошо, все в порядке с тобой, сухая или мокрая, все с тобой хорошо. Аня, не слушай этих тёлок. Чё, ты супер, спасибо большое. Ты ужасно выглядишь. Да что вы так переживаете за мою внешность? Я сама с ней справлюсь. Что ж вы так переживаете? Меня все устраивает. Тебя устраивает? Да. Ну, более чем, конечно. Бряночка, лягушонок. Лягушонок. Леша, рад за тебя. Будем смотреть за вашими отношениями. Будет экшен, ребят. Тут мы... уже экшен. Мы уже... Тут уже экшен был. Маша, что с тобой? Хорошо? А что случилось? А Сэм пусть уберет хохолок. Сэм, тебе надо хохолок, сказали, убрать. Хохолок. Хохолок. Тамина Кабанова. А это из Лондона девочка, да? Сэм как? Я отвернулся. В Лондоне очень круто смотритесь. Да, вот я тоже так думаю. Завистливые. Одни злодеи завистливые в комментариях сидят. Спойлеры. Разульер могу. Аня классная. Спасибо. Они толстые и злые. Если ты худая, точно, там да, много ебешься. Ну да. Конечно. Да, мне бы ее винили, ага, конечно. Она гоняет, завистливая. Тетки меня... думают, что просто свободен, потому что да, веселая, общительная. Ну да, ребят, на самом деле, ну как бы, ну пускай, я, знаете, я так привыкла к негативу, что я на него даже не обращаю внимания. Он из Лондона. Сам классный. Найдите, найдите ему хорошую девушку. Да мы ищем, блин. Севастополь, привет. Привет. Ты девочка. Много пьешь. Хорош, пару. Держи. Сэм, Саймон все без... Саймон все без девушки. Да блин, мы ему ищем, не можем все никак нормально найти. Переживаем. А ты думаешь, почему я пухлая? Ты еще сегодня шла. А, да, да. Блин, прикинь, да, ты прям... Да. Сэма тоже в Америку. Вот в случае с Сэмом, смотрите, если... Есть черная полоса и белая, да? Если черная, в черную полосу тебя кусает злая собака, то в белую полосу укусит добрая. Вот примерно так и происходит. Все такие красотки, я тут смотрю, внешность не обсуждают. Как можно обсуждать человека, которого вы не знаете, видеть только вам? Да мы из сауны, из бани только пришли сейчас. Ну, из русской бани, вы что? Мы не в гостинице были, ребят. Мы были на поляне, есть баня. И мы ходили с ребятами, девочки, мальчики в баню. Ань. Милан, ну хватит.
У вас 100 человек, ребят. Ну, вы, спасибо большое. Офигеть. С белой полосы у Сэма только прическа. Вы такие классные. Спасибо. Мы с Аней родим ребеночка здесь, наверное. Я хочу у него сына, у дочку. Аня тебе врет. Мне пофиг. Аня, бить, давай назад в брюнетку. Не, я знаю, что, но думаю, что в каштановый такой цвет. Ну, чуть-чуть темнее, да, не такой белый, а вот, ну, вот как корни. Ребят, в шале никто не хочет заселяться. А что там в шале? Бля, спасибо. Сэм, Сэм, ты Сэм, в Америку хочешь? В Америку? У меня Милан, у тебя приглашают, девочка. Он говорит, замечательно, полетели. Паспорт его пришлю, сейчас билеты берите и все. Хуёночка родите. Пусть ваши щетки будут, а ну, в стаканчике. Да. Сами приходи. Аня, купа, как Лерочка. Он, Лера нормально. Лера в Украине с мамой. Теперь я думаю, как бы ее сюда мне привезти обратно. С подружкой Юлькой общаетесь. Я знаю, где еще нет. Мы сегодня разговаривали с Юлей по телефону, как это ситуация, ну ладно. Держи. Алексей, из-за чего ромаши ругались? Из-за маленьких? Да не, не из-за маленьких. Леха там их, блин, довел чуть-чуть утром, а ромаш взял и добил Кристину полностью. Я пришла, начала с Кристиной разговаривать, а он был в соседней комнате, я не знала, что он там сидит. Я как высказалась, я по ромашу прям прошлась вдоль и поперек. Ну, потому что он не слышит ее, не чувствует. И мне обидно и жалко. Аня, ну ты жди, ты интересная очень. Спасибо. Спасибо. Дом 2 реалити. Она из-за Лёхи? Она из-за Лёхи гонит на тебя? Ну да, наверное, скажи, какая-то мадам Лёшина. Я, ну, из-за Захара, я не знаю, кто там. Да, Якуб красивая. Это Якуб, это кто такой? Бывшая сама. А, это молдаванчик, да? Молдаванки все красивые. Но хохлушечки лучше. Ребеночка от всех хочет. Нет, не от всех хочу. Саймон, привет, это Якуб, Настя. С кем? С котом? Слушай, кружек нет после вечериночки, да? Хохлушечки. Нет. Мне сегодня для YouTube, кстати, фоткали. Сибирячки. Там фотка с этим Сэмом. Салам, ну, только не с тобой, Сэм, а с собачкой. Украинский. Он, кстати, тоже блондин, собачка блондин тоже. Он такой классный, он прям целоваться лез. В Одессе был, конечно, ребят, вы что? Ну, ты же говорила, что он с подругой общался с твоей. Я простила. Охренеть, что ли, ты простила, ну? Против Юнакова голосовать можно? Можно, конечно. Когда смотреть твой приход? Блин, а когда я пришла? Скоро. Юлька придет. Через обратно. Через дня 4. Сопли. 3-4 дня. Кулак мотать от Монди. Придет. Через пару месяцев. Леха, привет, Мурашка. Шикарно смотритесь. Вы там спите, когда спим? Блин, там даже спать. Николай, привет. Лена общался. Уже Лена планы строила на Адеева. Ну, да? 2:42. Пошли. Я могу в одиночку, да. На во сколько ехать утром? Я не помню или нет. Ну, давай. Надо краситься. Тут набрал зеленые глаза. Юрист. Да, откалял. Вы заселились? Ну, да, почти. Нет. Аня, Милена простила? Блин, ребят, это херня была.
Ну ничего, я думаю, что... Вы сколько просыпаетесь? Вообще в 12, но я сегодня встала где-то в 11 или начало 12-го. Подъем во сколько? Рано утром. А у нас время 8:42. Настя супер вообще. Волосы снять эти надо реально. Ну зачем? Это же, ну, мертвые, да, волосы чьи-то. С трупов полных срезают, да, когда... Захаря что пишет, блин? Да я не знаю, господи, я его не видела 2 года и не общалась. Да, что вы ко мне пристали с ним? Best 19 на короткий номер 5533. Отправляйте, пожалуйста. Вот это, если вы не хотите меня поддержать, тоже отправляйте. Брончит на гитаре Рома. Убери это. Аня, ты с Пинчук общаетесь? Ну, общались раньше, сейчас не общаемся. Ну, мы не ссорились, ничего, просто вот. А что по поводу высказывания Алексея на твоем ТР? Вот, Алексей, пожалуйста, объясните, что это было. Прочти стих, желательно свои, мои стихи. Возможно, днем, а может, поздней ночью уйдет душа в далекие миры. Узнать бы день и быть готовым точно к ногам ее подать добра, ковры. Не, не курит, Аня. Это мои, да, Лёша. Нужно снимать, да блин, не хочу. Нужно снимать, снимем сейчас. Волосы просто мокрые, видите, они еще. Ну да, зачем снимать? Они вообще короткие у меня. А еще будут равнять, еще, короче, станут вообще. Аня знает про трансы, да. Ну, про тебя нет. Это транс пишет. Да, кстати, мы сегодня говорили. Да не по мальчику, я не мальчик. Это Колян пишет. Я как Сэм буду ходить. Ну, он Сэм, говорит, самый красавчик был. Видно, видно. Это видно хорошо. Это не волосы африканцев, какого транса? Не могу сказать. Вот объясни по поводу дня рождения. Все, ну, теперь из-за тебя думают всякую херню. Ну, я назвал там на дне рождения, короче, ее подругу трансом. Нет, другое. Медленно. А, то что... Ну, если... пожалуйста, нет, не говори это в голос. Почему? Просто скажи, это ты ляпнул и все. А почему мне нельзя говорить, ну? Ну что, азербайджанцы за все заплатили? Потому что это идет... Что это? Ну, как расизм. Какой расизм? А мне азербайджанская кровь, ну, течет. Какой расизм? Я себя имел в виду, может. Мы же были в дом 2. Там... Да, я уже пришла 4-й раз на проект. Короче, нахуй заблокируют это. Привет. Привет, Машки, да. Да. Ну да, косячили. Да. Да. Нет, не общаюсь. С Ткаченко тоже не общаюсь. Ты тоже, да, заметил? Да, да. Ну, наверное, вам виднее, ну, да, я косячили. С ней не общаюсь. Харяш, Саймон, Никита, Захар, кто еще был? Блюм. Всех твои ухажеры, да? Твои? Кто? Саймон, тебя опять приписывают. Никита. Че, вот всех... Нет. Вот, пожалуйста, Саймон, Захар. Вот, ну, в смысле, ну, я могла пококетничать, пофлиртовать, но я же с ними не это. Ну, а с Саймоном даже не флиртовала. Почему Саймона приписывают? Я не помню. Сэм, каким ты вообще боком появился в моей жизни? И я не знаю. Я не знаю, но это Лёш так сказал. Ну, ребят, он просто сказал как бы в шутку, да?
Шутканул, как мы были в ресторане «Азербайджан» называется, ребят. Шутку перевернули непонятно как вообще, ну честно. Теперь пишут какую-то херню мне в директ вообще. Благодаря, да не жил я с ней, бы, чего вы за хуйню несете, да? Леша, тебя помню в отношениях с Зимит, да, я тоже помню. Ты над всех вешалась. Слушайте, не обижайте Аню, пожалуйста. Да, вешалась, конечно. Бегала и вешалась. Как к Бузовой относитесь? Хорошо. Да, потому что они считают, не только считают, еще и приписывают половину тех, вообще с кем я даже не общалась, и знаете, потому что своей жизни личной нет, и не только за моей след, потому что она у меня настолько красочная и интересная, что их где-то стухло. Не знаю даже в каком веке. Поэтому они следят за мной. Что тебя обижают, да? Обижают. Нет, с Эрикой не общаюсь, да, ребят. Уже лет 8, наверное. Саймону привет передали. Сэм, привет. Вы же своих парней считаете, а не чужих. Сколько уже вместе? Первый день? С субботы, с прошлой. Со Славкой Дворецковым можно. Простая, но не пачкайте грязью, конечно. Считайте своих лучших мужиков, конечно. Хули вы плескаете. Ой, спасибо за поддержку. Сразу. Лёша был один. Стоит задуматься. Да. Да похер вообще. Лёш, задумайся серьезно об этом. Вообще не вернулся по факту, да. Да, конечно, вы все по факту говорите. Особенно про Саймона. Мне нравится. Саймон тоже жених был. Сам, а если что, ты можешь. Я с мужем Гозе, с Ильей. Не была я с ним. Тоже мне приписывали его на проекте. Блин, это проект, они что, не понимают, что тут кучу приписывают всех. Рустам Солнцев. Кстати, первый мой приход, я что сбежала, потому что его тоже мне начали приписывать, я психанула и убежала с проекта. Запалю с Эрикой. Ага. Нахуй идите. Я так это сказал. Это как тебе тоже так было. Как одним словом. Одним словом. На Саймон. Еще была крутая, да? У тебя глаза бомба, за вас рада, спасибо. Боня была крутая. Что, вкусно, Сэм? Доедай до конца все. И мед съешь. Да, я съем. Я все почти съем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да не дралась, это потому что Майя там, типа... что-то там пришла хайповать. Блин, на тот момент, ребят, только Майя пришла месяц назад, а я вообще была 2 дня на проекте, я ничего не вдупляла вообще, что от меня хотят на проекте. Я сбежала, потому что начали приписывать, и я собрала чемоданы. Смотрите, зачем ты это делаешь? Ну, другого света. Ты же видео сегодня снимал. Нет, ничего не снял. Анечка, вам же готова переехать в Германию жить. Да, ну, обсудим это. Как я могу отвечать на этот вопрос, ребят, сейчас? Зачем вы знаете ее мужиков? Ага, еще приписываете. Ну, спасибочки. Да ничего плохого-то и не пишут, в принципе, да? Спасибо, ребят. Ну, классно, сейчас мы попробуем. Да. Нет, первое у тебя нормально. Тебе надо добавить, да, фильтры мои. Твои, да, фильтры вот такие? Ну, такой у меня тоже есть, да. Ужасно. Мы такие пупсики вместе. Прям правда. Ты фуд-фетишист? А, ты, конечно, симпатична, но шальная баба. Фуд-фетишист, да. Я люблю, когда сосут пальцами. Аня такая...
Гуляй, шальная императрица. Императрица у нас была пингвином всегда обычно, поэтому эта песня какая, посвящалась такая? Только ей. Бухая императрица? Ну, только ей посвящалась. Да. Рыбка. Рыбки, смотрите, я руку ставлю, они сразу ко мне все плывут. Милана, честное слово, хватит завидовать. Поцелуй ее. Они симпатичные. Быстрее. Скорее. Быстрее поцеловать? Мы стесняемся. Вы знаете, когда пришла, Леша что-то онемел. Как ты относишься? Да, вообще нормально. Покажи язык. Ну, покажи моим подписчикам. Ну, покажи, пожалуйста, что у меня есть, да? Ну, до конца. Один раз. Не до конца показал. Еще пальчики из браницы. Просто кукол. Ну, мы разводимся уже все в процессе. В конце, короче, пути. Веселились уже? Проблемы помню. Я помню, почему ты ее гасила из-за Никиты Вонючки. Что она ему нравилась. Да нет, вы что, я ее гасила, потому что, а что? Не, к Ирке превосходно себя относилась. Что была ситуация с Миленой, что у них была. И я, да, что я Милену защищала, на Ирку я накинулась. Но Ирка хорошая девочка. Очень хорошая, к ней очень хорошо отношусь. Мне говорит Милана, что если бы она была в России, то я бы быстро отпрыгнула. Ну да, конечно, прям как в воду глядишь. Они такие все блатные, что прям, я не знаю. Леша, герой. Милахи. Ты сейчас садишь батарейка. А где Мартинчик? Он бы зарядку мою взял. Нельзя так говорить. Лучше надо спать. Да, пойдем. Ну все, ребят. Говори еще язычок. Алеша не видит. Нет. Аня, топ. Я агрессивный тебя. Да хорошо, господи, успокойся ты. Мне вообще все равно. Я очень люблю красивых и умных людей. Вот мне нравится наблюдать, смотреть, общаться. Может, что-нибудь себе возьму, чему-то научусь. Это превосходно. На страже твоей памяти. Ревновала мы на страже твоей памяти. Да, ребят, ревновала, но один момент бился, хотя я просто не дружила вообще. И к Милене она мне как сестра младшая была. А когда ты пришла? Когда? Позавчера? Угу. Ну, когда наполовину. И мне говорят, Аня, тебя хорошо влияет. Я думаю, не разумею, типа, чувак. Не сможешь, ты очень упертая. А ты как будто меня родила, знаешь? Мама моя, что ты так меня хорошо знаешь. И не обижайте. И не обижайте Крис. Не, Крис, я сегодня к ней ходила, с ней очень долго разговаривала. Пошли, все. Пошли, солнце. Все, давайте, ребят, спасибо большое вам за время потраченное.